Большой концерт в Мюнхене на Королевской площади 27 июня пройдет без легендарного Дмитрия Хворостовского. Представители баритона сделали официальное заявление. Причиной отмены выступления стало очень серьезное заболевание певца. У 52-летнего оперного певца Дмитрия Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга. Диагноз поставили в одной из онкологических клиник Лондона. В связи с этим на официальном сайте Дмитрия было объявлено об отмене всех летних концертов. После медицинского обследования была диагностирована опухоль головного мозга. Его голосовые данные в норме. Дмитрий начнет курс лечения на этой неделе и настроен оптимистично. На этой неделе Дмитрий должен был появиться на сцене Венской оперы и выступить в Мюнхене в большом шоу. Однако все планы срочно пришлось отменить. Врачи настояли на безотлагательном лечении. Прежде всего, надо быть предельно естественным, быть самим собой. Желаем народному артисту России и лауреату многочисленных международных премий скорейшего выздоровления и возвращения на сцену. Даша Юрова про новости.